Привет, друзья! Сейчас я вам расскажу об интересной модели от фабрики Status. Модель называется Milan. Внешняя отделка этой двери выполнена в покрытии винорит. Это специальное фасадное покрытие, поэтому эта дверь предназначена для уличного использования или для частных домов. Также по желанию клиента можно эту дверь переделать и для квартиры, соответственно, это снизит ее стоимость. Толщина дверной панели 16 мм. Это максимальная толщина для такого типа панелей. Наличник выполнен с дополнительной фрезеровкой, что дает более эксклюзивный внешний вид. Внутренняя панель также 16 мм толщиной, покрытие натуральный шпон с тонировкой и покрыто полиуретановым итальянским лаком. Конструкция дверного полотна. Внутри находятся два вертикальных ребра жесткости и 9 горизонтальных ребер жесткости, которые усиливают всю конструкцию дверного полотна и создают ее цельной, делают ее цельной. Толщина дверного полотна 70 мм. Общая толщина с учетом двух панелей равна 95 мм. В конструктиве также используются итальянские петли, их две, одна сверху, одна снизу. Короб толщиной 90 мм, полностью цельногнутый и заваренный сзади полностью, рамная конструкция. Также противосъемные ригели установлены в трех местах на двери. Сверху, в середине и снизу. Расскажу о замке. Замок здесь стоит. Производство Италия. Фирмы Matura. Двухсистемный замок. Здесь у нас есть вертушок, который регулируется по месту, ключ. Здесь второй тип замка сувального типа. Огромный замок с мощными выходными ригелями. Такой замок будет служить ей. И дополнительно установлена ночная задвижка, которую нельзя открыть снаружи.